Учащиеся фольклорного отделения музыкальной школы имени Глинки в Десногорске записали видео поздравления с Рождеством. Они показали «Батлейку» – народный рождественский спектакль, в репертуар которого издавна входят библейские и светские сюжеты. Ребята остановили выбор на эпизодах из жизни царя Ирода Великого, предшествовавшие Рождеству Христову. «Ах ты, Ирод, ах ты безумный! Не буду я смех тебя величать, а буду с тобой воевать!» Главный атрибут подобных постановок – ящик с маленькими декорациями. Для мещан хождение с батлейкой было любительским занятием, а также средством дополнительного заработка. Традиции батлеечного театра позволяют использовать разные компоновки сцены. Обычно это зависит от региона, из которого артисты были родом. Местные жители помнят смоленскую батлейку до сих пор. Она уже больше напоминает русский вертеп. Она уже не двухэтажная. И действие происходит все, вот главное, внизу. Представление также было заявлено на 15-й фестиваль школьных и семейных верпетов «Старый Новый год онлайн». В мероприятии участвуют 16 коллективов, а итоги выступлений будут известны 14 января.